Вилла Т-39. Вот такое здесь. Коллекционное. И деревянненькое со стеклом. Стоит в пространстве все. Тут всякие красивые штучки. Качалка такая. Здесь можно, наверное, зайти, но пока что закрыто. Вот такое. Такая терраса. Пространство перед домом. Въезд здесь такой. Здесь можно байки ставить, еще что-то. Такая тропиночка. Ага. Так. Вот такой дом. Значит, кухня. Шкафчики. Посуда есть. Пахнет нормально. Короче, все, в общем-то, есть. Стиральная здесь же машина. Не знаю, как ее открыть. Наверное, с этой стороны. Вот, открывается, да. Пахнет нормально. Вот. Всякие тут режимы. Холодильник чистый, не пахнет. Такая, короче, кухня. Здесь холодильник. Здесь посудомойка. Вот так. Все выглядит. Здесь обеденный стол. Достаточно чистенькая. Такая вот мебель. Вот здесь как раз открывается, можно здесь будет выйти. Вот. Вот так. Сюда можно выйти. Вот. Закрывается легко. Вот такая гостиная. Кожаные подушки. Что-то такое, большая плазма. Часы. На первом этаже есть вентилятор, есть вытяжка, когда готовить будете. Вот. Стиральная машина. Уборная для гостей. И здесь же находится первая комната. Здесь такая полочка. Вот первая комната. Такой столик. Здесь французского типа. С красивой резьбой такой. Стульчики. Телевизор. Сплит-система. Угу. Вот такие шкафы. Все с ними хорошо. Вот здесь у нас туалет. Душевая достаточно просторная. Сейчас потестим, как она работает. Ну, напор не самый сильный, но он есть. Вот. Наверное, еще нет горячей воды сейчас. Ну, вот как-то так она течет. Вот. Объективно. Здесь, соответственно, есть малый свет, который не работает. Ну, нормально. Нормально. По всем параметрам. Достаточно просторная такая. Вот если я здесь встала, да, вот здесь вот такое большое пространство. Такая вот рум-тур так получился. Такая комната. Здесь еще вот такой вентилятор. Вот. Поднимаемся на второй этаж. Здесь на втором этаже три комнаты. То есть это лестница. Комната вторая, третья. Здесь есть общая душевая. Такая. Да, здесь не включена.
перекрыто. Вот. Здесь туалет. И комнаты уже без отдельного туалета, но с хорошим набором. Здесь будем что-то хозяйственное. С хорошим набором всяких тумбочек. Вот тоже красиво тут все. А окна потом открываются. Отсюда должен быть на самом деле красивый вид. Сейчас попробую открыть. Вот. Вот такой вид. Отсюда. И комната, соответственно, тоже красивая. Здесь он есть сплит-система. Телевизор. Вот, кстати, вот здесь вот просто воздух идет без солнца. И можно еще вот так закрыться, чтобы комары не летели, но смотреть на вид. То есть, в принципе, можно открыть все это. Просто от солнца прячут они. Все тут, все полотенчики, все готовое, красивое. По размеру как бы тоже. Большие здесь кровати, они для мужчин, для женщин будут комфортные. Комната вторая. Все то же самое. Здесь как раз от вид уже открытые окна. Маленькая ящерка ползает. Но это безобидный зверек, я скажу. Наоборот, хорошо комаров ловит. Ну, здесь все включается. Этот сплит тоже будет работать. Ой, громко, как она открывается. Вот. Ну, вот эти зато хорошо. Вот эти хорошо открываются тихо. Дверцы у шкафа. На самом деле здесь не включен кондиционер сейчас, но уже достаточно прохладно. Вот кондиционер мы сейчас все равно включим, чтобы проверить, как он работает. Так выборочно, да? Ну, в общем-то, 25 градусов стоит. В общем-то, есть прохлада. Сейчас походим по другим комнатам, вернемся сюда, посмотрим, как будет по ощущениям. Заходим в третью комнату. Она побольше. В этой комнате есть еще, помимо кровати, есть гардеробная, есть вот такая терраса. Такая терраса. И красиво. Вот так вот это закрывается. Вот. Ой. Вот, удалось. В общем, красивый вид из окна. Вот кровати. Они, кстати, вот такие деревянные. А, опять же столик. Немножко девчачий дом. Сейчас посмотрим, свет включится ли. О, включился свет. Здесь есть дополнительные матрасы, если необходимо. Вот всякие лежики. Я так понимаю. Вот. Но в гардеробной здесь на самом деле, я думаю, они почистят. Но из хорошего есть фен, есть утюг. Вот. Это какой-то замок, не знаю. Одеялка. Одеяло, кстати, во Вьетнаме это редкость. Не любят они пододеяльники и одеяло. Вот. Телек большой достаточно. Вот если я... Вот такой телек. Вот. Короче, все большое, красивое. Вот здесь ванная должна быть, по идее, да. Вот, в этой комнате ванна настоящая. Ну, нормальная. Немножко здесь она побитая. А здесь вот в остальном она нормальная, чистая. А здесь все тоже вот. Там должно отжиматься, наверное, как-то. Вода отжимается. Ну, вода отключена просто. Вот. Что-то можно ставить, что-нибудь пахучее, красивое. Вот. Работает свет. Вот. Вот такое пространство. И здесь тоже есть такой вот красивый
кондиционер, в общем-то, вот так. Ну, на этом обзор первой виллы готов. Вот. До скорого.